Потапыч пришел к Тоне, вытащил ящичек, игрушки выбирает. Тоже тут. Потапыч, ты молодец. А Тоня балдеет, сидит в покрышке. Довольная. Говорит, жизнь удалась. Потапыч, а ты что выбираешь там у нее, а? Корм, по-моему, сухой выбирает. А, печенюшки он, печенье. Думаю, что такое хрустит? Печенье он выбирает. Понял. Да, Потапыч. Нет, чтобы девушке оставить печенюшки-то. Она, кстати, не ест. Второй день или третий. Почти ничего не ест. Так, 2-3 груши съест и все. И довольная вон там. Тонь, ты кушать-то будешь? Тебе кушать надо. Вот как, говорит, я могу. Ножку подняла. Но они оба довольны. Пришел, у девчонки все печенюшки съел.